she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Всем привет, дорогие друзья! С вами Яблочный Эксперт. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том, как же настроить ваш мобильный интернет так, чтобы он был стабильным, быстрым и эффективным в использовании. Вам нужно перейти в настройки, сотовая связь, включить же опять же этот интернет. Для начала разберитесь с тем, что у вас вообще будет работать с интернетом, с мобильным. Поставьте ползунки на те важные приложения, которыми вы будете пользоваться. Которые не пользуетесь, отрубайте, чтобы лишний контент не тратился, не занимал как бы лишнюю работу и не разряжал вашу батарею. Дальше просто перейдите вот в роуминг данных параметры и проверьте здесь. Вам нужно будет включить роуминг данных, проверить с ним, насколько он будет быстро работать. Протестируйте на каком-либо сайте скорость интернета, либо через приложение, неважно, либо же так. Оставляйте для себя, как оно будет намного быстро, экономно, и сами уже для себя определитесь. Вот. Здесь ничего не трогаете, оставляете. Две основные функции — это роуминг данных проверить и здесь поубирать лишние как бы ненужные действия. Вот и все. Ничего в этом такого загадочного нет. Все просто и доступно для всех. Цель моего ролика в принципе достигнута, но я хотел бы поблагодарить всех своих подписчиков, тем, которым я помог, действительно делаю классный контент. Вы оставляете просто замечательные комментарии. Они просто меня не могут не радовать, очень круто, это очень сильно мотивирует. Вот благодаря вам, вот таким вот людям, которые выражают свою благодарность, я вам тоже благодарен, вы меня отлично, опять же повторяюсь, мотивируете, и как бы я для вас стараюсь, и вы стараетесь для меня в тем же, это все взаимно. А когда есть взаимопонимание, это хорошо. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. До скорых встреч!